Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня я хочу сшить наволочку с рюшами. Это будет наволочка на подушку размером 50 на 50 сантиметров. Наволочку я буду шить из хлопковой ткани, это 100% хлопок. У меня вот такая красивая расцветка, также здесь есть такие золотые звездочки с золотым рисунком. И сейчас я покажу и расскажу подробнее, как я буду шить эту наволочку. Также я предварительно уже прогладила эту ткань с изнаночной стороны. Теперь буду выкраивать детали. Я вырезаю один квадрат размером 52 на 52 сантиметра. Также один прямоугольник размером 52 на 77 сантиметров. Я добавляю еще 25 сантиметров для клапана. Так как рюши я буду пришивать по трем сторонам, меряю три стороны, у меня получается 1,50 м, умножаю на 2 и вырезаю полоску длиной 3 метра и шириной 18 сантиметров. Можно сделать рюши двойные, также можно сделать одинарные. Я буду делать рюши двойные, поэтому я вырезаю полоску размером 18 сантиметров и буду складывать вдвое. Я уже вырезала все детали, у меня получается один квадрат, один прямоугольник и одна длинная полоса, из которой я буду делать рюш. Теперь беру полоску, складываю лицевой стороной вовнутрь и сшиваю вдоль двух коротких срезов с одной и с другой стороны. Теперь выворачиваю на лицевую сторону и буду сшивать вдоль длинного среза. Также скалю предварительно булавками и буду сшивать на швейной машине. Также не делаю закрепки в начале и в конце. Вот так у меня получилось, я уже прошила вдоль длинного среза, теперь вытягиваю нитку с одной и с другой стороны и стягиваю ткань. Вот такой у меня получился рюш, и теперь я буду его пришивать к наволочке и также буду сшивать саму наволочку. Теперь обрабатываю края на прямоугольнике с одной стороны, подгибаю два раза вовнутрь и прошиваю на швейной машине. Точно так же подгибаю на квадрате с одной стороны, подгибаю вовнутрь и подшиваю на швейной машине. У меня уже готов рюш и также готовы две детали наволочки. Теперь кладу прямоугольник лицевой стороной наверх. С одной стороны сбоку у меня получается подогнутый край подшитый. Сверху кладу рюш и прикалываю к трем сторонам. И теперь на ширину лапки прошиваю на швейной машине, также с трех сторон. И сверху также лицевой стороной вовнутрь кладу квадрат.
Теперь загибаю клапан. Теперь загибаю клапан наверх и прикалываю по трем сторонам. Я сначала сошью все на швейной машине, а затем обработаю края на оверлоке. Если у вас нет оверлока, можете также пришить рюш и сшить все двойным швом. И все срезы у вас останутся внутри. Вот такая у меня получилась нарядная наволочка. Сшить ее легко и просто. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И на этом все. Мы с вами прощаемся. Всем пока!